Добрый день, дорогие зрители канала «Домашний очаг с Мариной». Я проснулась в Литве. Город называется Мариамполь, или более быстро говорят Мариамполь. Действительно, прибалтийская уже погода. Дождь, туман, пасмурно. Температура где-то плюс 13 градусов. Для экскурсии это очень хорошо, конечно, когда прохладно. Но у нас такой перепад температуры был 32-36 градусов. Ну, а здесь вот так вот прибалтийская погода. Я нахожусь в отеле «Меркурий». Очень приятный отель по атмосфере, не только по наполнению. Экскурсия называется, внимание, стартуем, Прибалтика, Скандинавия. И мы ночуем только в отелях. Днем идут экскурсии и автобусные переезды. Вчера у нас был первый день переезда. Мы из Львова пересекли границу Украина-Польша, и Польша была транзитом. Выехали мы в 8:30, и вот в отель в Литву, в этот город, мы прибыли где-то около часа ночи. В Польше мы не останавливались, потому что это была транзитная такая поездка. Основная масса эмоций и впечатлений будет в Прибалтике и в Скандинавии. Я хочу вам показать архитектуру. Как будто я в сказке оказалась Андерсена. Вот современная постройка идет, а рядом старинные постройки, вот кое-где достроены. Черепица уложена даже по стену. Старая-старая черепица, есть более свежая. Спокойный город такой, говорят, он небольшой, но по виду достаточно заселенный. Очень приятная атмосфера. Погода прибалтийская, настроение уже скандинавское. Видите, а с другой стороны постройки, наверное, советских времен. Вот так вот архитектура уживается буквально на одной территории. Поэтому день прекрасный, несмотря на то, что дождливый. Я путешествую, путешествуйте вместе со мной. И я надеюсь, для вас снять очень интересные видео. Все, кто не имеет возможности путешествовать в это время, путешествуйте вместе со мной.